Юные изобретатели создали танцующего робота. Это создание, творение школьниками стало очень популярно у многих. Робот в этом стиле не только танцует, но и делает сложные движения. Также взаимодействует с окружающими людьми. На создание робота ушло 2 месяца. Курмет Айыпкалиев и Дамиле Кишибай. Один из них учится в стенах школы, другой студент колледжа. Робот танцует казахский национальный танец «Кара-жорга». Он активируется с помощью сверхзвукового датчика. Пока может двигаться только на 180 градусов. Если настроить градус, то может танцевать и другие танцы. Сначала мы попробовали сделать из картона, проверили, потом сделали макет, сделали различные моторчики на плечах и локтях. В дальнейшем я постараюсь сделать этого робота таким, чтобы он двигался как человек. Позвольте мне показать вам, как танцует робот. Для этого подключаем робота к программе на ноутбуке. Последние годы в регионе обращают большое внимание науке. По словам руководителя проекта, у детей большое стремление к знаниям, только необходимо создавать научную среду и пространство. Интересно, что 70% работы выполнили сами учащиеся. Использовали моторы и другое. Нет ничего сложного. Нужен мотор и программы. Я просто объяснил в начале проекта, и они сделали это сами. В 70% я не участвовал. В 30% я только объяснял. Дальше сами строили и устанавливали. Нельзя сказать, что это оригинал. Мне кажется, это прототип. Только начало. Теперь робот движется с помощью ролика. Изобретатели теперь совершенствуют его, чтобы он мог ходить на ногах и делать больше человеческих движений. В дальнейшем будут внедрять и развивать дополнительные программы. Нурлыбек Багаджан, Нургалясбек Куанышбек Пергенұлы, телеканал Атырау.